Как пенсионеру вернуть деньги за проезд? Пожилые калмычане имеют право на получение компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление через личный кабинет на сайте ПФР или офисе МФЦ. Также предоставить необходимые документы – паспорт, билеты, посадочные талоны, при необходимости справку о стоимости проезда. В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления гражданина уведомят о принятом решении. Сотрудники пенсионного фонда отмечают, подать на компенсацию нужно не позднее 20 декабря.